даже пытался у него в один момент мяч выбить, но не получилось это сделать. Марио Хезунья, его сразу несколько игроков в красной форме окружает. Воронцевич, и это первые очки в сегодняшнем матче. Шакич на Хезунью, Берфорд против него в поле, рвет дистанцию Супер Марио, навес на Мосли, и это первый алиуп сегодня. Ну и у Никса интересно, что нет героя предыдущей игры. Тони Джекири, Марио Хезунья, его первый бросок точный. Помогает Джонсон за слоном. Супер Марио с остановки резко забивает этот средний. Но это определенно будет важно, кто больше штрафных получит, но и кто их как будет реализовывать. Быстрый отрыв, великолепная атака от Уникса, и Тони Джекири ее завершает. Какой пас от Марио Хезунья, стоит отметить сначала. Маколум. И Хезунья великолепен, как отыграл. Хезунья в правую сторону и занялся тем, что пошел выбивать мяч, а Мосли просто не отсекли, но зато получили два с игры от Супер Марио. Уникс этим прекрасно воспользовался. Щербенев на Берфорда. Вторая к ряду потеря. Супер Марио. И это плюс 15. Против Мотли, фейдэуэй, и да, этот средний Хезунья забивает. Возможно, даже его и развить, что пока получается во второй половине. Камолов, три человека на нем, Хезунья сверх дальняя три, и это плюс 24. У Уникса во второй и третьей четвертях летит очень и очень хорошо. Мартюк, у него 7 очков, так и остается. Было в первой половине. Захар еще, кстати, неплохо. У него 8 сегодня. А пока Андрей Воронцевич завершает атаку с навесной передачей от все партнера. Это был Марио Хезунья.